Значит, далее, очередной аргумент. Значит, резолюция Совбеза ООН. Азербайджан очень часто ссылается на 4 резолюции Совбеза ООН касательно так называемой оккупации территории Азербайджана. Давайте с этим тоже разберемся. Во всех 4 резолюциях 1993 года требованием номер 1 являлось, цитирую, прекращение всех военных действий и вражеских актов в целях установления прочного прекращения огня. Конец цитаты. Азербайджан сразу же после принятия данных резолюций, начиная с самой первой из них, сразу же начинает новое наступление, постоянно нарушая режим прекращения огня. Тем самым сам же перечеркивает эти все резолюции. И это даже не мои слова, друзья. Российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России в отставке, тогдашний руководитель посреднической миссии по Нагорному Карабаху и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров говорит следующее, цитирую, «Ответственность за невыполнение указаний резолюции несет на себе Азербайджан, который, в отличие от армянской стороны, уклонялся от главного и первоочередного требования резолюции – незамедлительного прекращения боевых действий». Конец цитаты. Кстати, этот человек, Владимир Казимиров, еще жив, поэтому рекомендую послушать его интервью, новое интервью, сообщение на данную тему и так далее.